В Краснодарском крае завершилась массовая вакцинация против гриппа. Больше половины жителей края, около 3 миллионов человек, привиты, а значит, защищены. Наш регион находится в зоне риска. Есть большая вероятность заноса инфекции из-за высоких туристических потоков, миграции населения. Практика прошлого года показала, что вакцинация существенно снижает риски заболевания. Прививки позволяют избежать серьезных осложнений от гриппа. В Белореченском районе прививки от гриппа получили 59 797 человек. Из них 21 703 ребенка. Это составляет 55% жителей города и сельских поселений.